Вот он, Дмитрий Владимирович, вот оно. Собрались. Собрались, немножко вещей. Моторчик не забыть, главное. Ждем машину. Ну вот, встретила нас Волга. Начинаем потихонечку собираться. Дмитрий Владимирович пошел посмотреть воду волжскую, водичку. А я сейчас начинаю здесь собираться. Начинаю собираться. Уходим завтра в море. Дмитрий Владимирович, это... Если запер. Ну что, ребятки, потихонечку можем трогаться. Что он там говорит? Ну, сейчас крестится просто не едет. Ну что, погнали. А с той стороны вот дикий берег, дикие леса, тоже это интересно. Туда Серега плавал. Там какой-то то ли заповедник, то ли что-то еще. Тогда сейчас пятерка наглись двоих так. Ну ладно, не, да, лучше помедленнее, так тихо, спокойно, бля. Мне интересно проверить-то. Пройти 100 метров, да, тут, а бензина на 150 километров. Большую как шагу. Да. Сейчас мы найдем кусочек большой как шаги, чтобы можно было хотя бы фото сделать или видео, что как он там был. Пришли. Такое местечко. Уже поставили лагерь. Вон Дмитрий Владимирович занимается готовкой. Добрый день, уважаемые друзья, родственники, соседи, коллеги и просто жители планеты Земля. В данный момент мы находимся, вы сами знаете, где-то приблизительно, насколько я понимаю, недалеко от Чебоксар и Казани. Но мы ближе к Чебоксарам, чем к Казани. На прекрасном острове, чисто, тихо, сухо, прекрасно. Начинаем, как обычно, вести нормальный, естественный образ жизни. То есть готовимся к приготовлению традиционного грузинского супа харчо.
Вот. Впоследствии мы вам покажем все, что у нас будет получаться, и то, что в результате получится. Поэтому передаем всем привет. Погода шикарная, сухо, смотрите, сижу в одних носочках. Погода хорошая. Туристов, рыбаков на нашем острове нет вообще никого. В акватории немножечко присутствуют люди. Вот. Но это абсолютно ни в коем случае нам как-то не мешает. Абсолютно. Причем абсолютно. Вот, обжариваем репчатый лучочек. Все на примусе, все чисто, благородно, экологически чисто. Ой, вы не представляете, какой запах жареного лука. Смотрите, что здесь творится. О, сейчас мы все это обжарим. И чеснок, естественно, чеснок. Но это чуть позже чеснок. О, чувствуете? Слышите? Запах такой. Прекрасный отдых, прекрасно. Закат, смотрите, с той стороны сейчас будет за остров зауходить. Вот, прекрасный. Печка у нас тут, все, чаечек, все, чинарем. Здравствуйте, друзья. Утро, проснулись, чаек, кофеек. Печку испытал. Хорошо работает, надо сделать только правильную проходку в палатке, чтобы можно было ставить палатку. Вот. Печка, конечно, вещь. А то он немножко вымотался. Ходили сейчас по острову, погуляли. Отдыхать, не работать, конечно, хорошо. Давай. Будем пить чай. Водички. Видишь, надо воды надо купить. Ты не думай ничего, проходит. Надо купить воды, Леша. Конечно. Безусловно. Как без воды-то? Без воды ни туда, ни сюда. И хлебушка. Да, можно потихонечку поваляем. Желтые язычки должны пропасть, должны быть вкусные. Вот, все. У нас Дмитрий Владимирович катапультировался на другой берег, в магазин. Вот туда. И сейчас он даст сигнал позывной и поеду за ним, встречать его. Там стоит какой-то парк-отель на берегу. И дальше он уже на машине добирался там до города. Так что ждем. Параллельно с нами он сплавляется, четырехпалубный теплоход, тоже потихоньку сплавляется, как и мы. Мы только в разных направлениях с ним идем. Он пошел на Чебоксары, а мы на
как Шайск. Третий день сплава. Сидим на острове, третий день сплава. Прекрасно. Погодка сегодня прекрасная. Погода сегодня прекрасная, шепчут. Да. У нас такие солнечные панельки, заряжаем. Здесь одна, там на лодке еще одна там у меня лежит. Выручает, когда есть солнце, очень хорошо. Газовая лампа. Ну что, решили сходить на островочек на другой, на разведку. Погода хорошая. Делать нам сегодня особенно нечего. Пойдем, сходим. Вот, ребятки, вечерний костерок. Посмотрите. Горит вечерний костерок. Вам, конечно, темно, наверное, не видно-то. Ну, так хотя бы. Доброе утро. Вот, соседи, коллеги, да? Вот и закончилась очередная маленькая экспедиция под названием «Марийский уикенд». Возвращаемся домой. Погода, как вы видите, шикарная. Туман ушел. Тишина, покой вообще, просто сказочный получился уикенд марийский. Как вы отдохнули, Дмитрий Владимирович? Прекрасно, прекрасно. Просто прекрасно, на самом деле. Хорошие, красивые места, да. Шикарнейшая было, Волга. Да, было много маленьких, интересненьких путепоходиков. Да. Да, посетили Чувашию. Однажды даже. Однажды, да. Однажды даже посетили Чувашию, да. Вот, поэтому... Будем собираться. Вот сейчас лодка уже готова. Все, пошли, уходим. Вот остров, наша стояночка замечательная. Оставляем до следующего сезона. В следующем году, даст Бог, еще заскочим сюда. Летом, конечно, здесь наверняка достаточно людно,
наверное, люди добираются, отдыхающие. Но может по весне, может по осени, а может и летом. В общем, идем. Отдохнули хорошо. Конечно, природа — это настоящий релакс. Вот. Всем советую чаще выезжать, чаще выбираться. Совсем другое душевное состояние. Вера лишь подтвердит. Да, совершенно верно, так и есть. Прям энергетический заряд гармонии с природой.